Делегация Самарской области приняла участие в 11-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В этом году местом проведения стал город Атырау. Главной темой – инновации в углеводородной сфере. В составе самарской делегации – представители регионального правительства и 11 предприятий организации области. В рамках форума открыла работу выставка, для участия в которой Минэкономразвития страны были отобраны 5 проектов 63-го региона. Сегодня состоялось совещание под председательством президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Первая встреча в этом формате прошла в Омске в 2003 году. И за прошедшие 11 лет экономические связи между нашими странами вышли на качественно новый уровень. Двусторонний товарооборот вырос более чем в 6 раз, до 26,5 миллиардов долларов в 2013 году. Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана увеличился в 10 раз. Для дальнейшего совершенствования форм приграничного сотрудничества особое значение имеет технологическое обновление этой отрасли. В этой связи считаю исключительно актуальной основную тему нынешнего форума – инновации в углеводородной сфере.